What is love? Кто придумал назвать песню Head Away What is Love? Владислав, я вам, конечно же, не расскажу. Хотя наверняка вот прямо сейчас в комментариях не один десяток человек заявит, что это их идея. Спорить ни с кем не стану. Я лучше расскажу вам, как много интересного и невероятно знаменитого предшествовало ее появлению на свет. Ведь это не просто история песни, это история семьи, которая в конце 80-х и в начале 90-х изменила поп-музыку до неузнаваемости. Возможно, кто-то из вас видел фестивали «Пестрый котел» или телешоу «Мюзик Ладен». Музыка, из которого очень редко выплескивалась за пределы Германии. Но однажды, вместе с тогда еще будущей своей женой Карин Хартман, Тони Хендрик создает группу «А ля карт». Меломаны прошлого века должны помнить их хит «Doctor, Doctor, Help Me Please», принесший им мировую известность. Вот с этого момента любые их проекты и получают зеленый свет в любом издательстве. То есть, чтобы вы понимали, Тони и Карин не пели, они именно писали песни и продюсировали музыкантов. Так, например, именно они спродюсировали первые песни дуэта «Монза», в котором пел тогда еще начинающий музыкант Дитер Боллен. Это они открыли дорогу в шоу-бизнес композитору Михаэлю Криту, который благодаря им стал клавишником арабески и мужем Сандры, а потом и создателем всемирно известного проекта «Энигма», о котором я вам неоднократно рассказывал. Это они фактически создали группу «Bad Boys Blue» и спродюсировали «Silent Circle». К тому уже к началу 90-х основанная ими семейная студия Coconut Records слыла золотоносным месторождением. Ну и как-то в первые дни после рождественских каникул в 92-м году на студии Тони Хендрик услышал, как аранжировщик тестирует новый синтезатор. Студию просто сотрясал вот этот риф. «Ну-ка, что это?» — спросил Тони. «Да, я не знаю, просто основа для какой-нибудь аранжировки». «Отлично. А может быть, это аранжировка для этой песни?» — спросил Тони, и, сев за рояль, спел фрагмент, написанный на каникулах песни «What is Love». «А кто будет петь?» «Да понятия не имею», — задумался Тони. «Слушай, может, тогда вот этот паренек?» Аранжировщик включил кассету некоего Нестора, который в каникулы записывал свои демки, поскольку именно в каникулы студийное время было дешевле. «А ну-ка, давай сюда своего Нестора с первых же нот», — отреагировал Тони. То есть, чтобы вы понимали, эта песня и вся последующая история проекта «Headway» с одной стороны была цепочкой случайностей, но с другой стороны — вершиной гигантского айсберга, выросшего из таланта, трудолюбия супружеской пары Тони Хендрика и Карин Хартман, решивших стать друг для друга и второй половинкой, и надежным бизнес-партнером. Хотя, конечно же, таланты Нестора Хэдауэя я ни в коем случае не принижаю. Потому как-нибудь о нем лично расскажу здесь, на канале «Откуда ноты растут».